В преддверии великого праздника Махачкала встретила участников всероссийского автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». Найти и обезвредить. Несостоявшиеся подрывники не успели натворить бед и сами остались живы. Резонансное преступление. Отец чемпиона погиб от рук сотрудников полиции. Теперь уже бывших, но человека-то не вернуть. Здравствуйте. Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Сегодня православные верующие всего мира отмечают один из своих главных праздников – Светлое Воскресение Христово, День Пасхи. До 5 мая в Дагестане будет проходить пасхальный фестиваль, посвященный этому православному празднику. Приурочен он к пасхальной неделе, Светлой Седмице, а буквально следом за ней в Дагестан придет священный для мусульман месяц Рамадан. В преддверии праздника Победы Махачкала встретила участников всероссийского автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». Эта ежегодная акция, которую проводит Росгвардия, уже стала традиционной. Автопробег прошел сразу в нескольких городах республики. Маршрут его пролегал через Хасавюрт, Махачкалу, Каспийск. Везде сотрудники Росгвардии вместе с ветеранами службы и школьниками возлагали цветы к памятным местам. С собой они взяли точные копии легендарного знамени Победы. Транспорт украсили портретами ветеранов и патриотическими лозунгами. Автоколонну встречали школьники, которые читали стихи о войне и героизме фронтовиков. Их всех племен оставили сыны, нас 20 миллионов не забытых, убитых, не вернувшихся с войны. В столице республики колонна остановилась у парка Ленинского комсомола, где по традиции участники автопробега возложили цветы к памятнику воину-освободителю. Никогда нельзя забывать, какой ценой досталась нам победа, и чтобы ветераны никогда не чувствовали себя как бы брошенными. Мы всегда уделяем большое внимание. Общение с молодежью делает их тоже молодыми. Отметим, что проект этот шагает по стране. Впереди у него еще десятки городов. На пути участники будут останавливаться у мемориалов памяти и проводить патриотические акции. Взорвать никого не успели, к счастью. В Дагестане и Чечне арестованы 5 членов ИГИЛ, группировки, запрещенные в России. По данным оперативников, они готовили теракты в Каспийске и Грозном. А в Ставропольском крае силовики задержали участников нападения на Дагестан в 1999 году. Подробнее об этом в сюжете Патимат Ханаповой. Начал подготавливаться к тому, что совершу вооруженную атаку на сотрудников ДПС, ППСП или МВД. Это один из 5 задержанных. И судя по его признательным показаниям, теракт в Каспийске и в Грозном планировался под его чутким руководством. Сначала собрал команду, среди которых, как он сам их называет, были автоматчик, проверяющий и гражданский. Дело оставалось за малым – изготовить самодельно бомбу. Затем совершить атаку непростую, ухищренную посредством квадрокоптера. Я подготавливал план по нападению. То есть хотел купить квадрокоптер, хотел на квадрокоптере установить специальный спусковой механизм. Теракт планировался тщательно, о чем свидетельствуют изъятые в домах задержанных предметы. Это компоненты для изготовления самодельной бомбы, револьвер, гранаты, боевые ножи и более 80 патронов. А в Приморском крае тем временем сотрудники ФСБ и МВД разоблачили тайную ячейку террористов. В состав преступной группы Джамаат Таухид Ваджихад входили 4 человека. Установлено, что они финансировали международные террористические структуры. Задержанные также рассчитывали провести серию нападений на коммерсантов, после чего выехать в Сирию для участия в боевых действиях. Наряду с перечисленными задерживают правоохранители и 2 жителей Ставропольского края, участников банды Шамиля Басаева и Хатаба. Это Тахир Бегельдиев и Нариман Атёпов. Так, в период с 7 по 24 августа 1999 года было совершено нападение на военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, осуществлявших наведение конституционного порядка на территории одного из районов Дагестана.
В результате массированного прицельного обстрела участников банды было убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам. Напомним, речь идет о вооруженном вторжении в Дагестан в 1999 году, в результате которого погибли около 300 человек и получили ранения свыше 800 военнослужащих. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, при содействии МВД, ФСБ и Следственного комитета России. Дагестан вышел в лидеры по уровню рождаемости. Специалисты РИА Рейтинга провели исследование демографического состояния страны и подготовили рейтинг регионов по приросту населения. Наша республика заняла 11 место. Численность населения в Дагестане за последние 3 года существенно выросла. По данным статистики, естественный прирост за 3 года – более 100 тысяч человек. Это лучший показатель по стране. Вместе с тем, миграционная убыль за это время составила около 35 тысяч человек. Таким образом, численность населения республики достигла отметки в 3 миллиона 86 тысяч человек. Кроме того, Дагестан находится в лидерах по продолжительности жизни среди регионов страны. Такие данные были озвучены на коллегии Минздрава России. Средний показатель – 78 лет, тогда как в целом по России он всего 72 года. Исторического минимума достигла и младенческая смертность, прежде всего за счет масштабной программы строительства перинатальных центров. В целом по стране за 3 последних года зафиксировано падение рождаемости, опережающее снижение смертности населения, а также сокращение притока мигрантов при росте оттока жителей. К другим темам. Большой общественный резонанс вызвало громкое преступление, совершенное в подмосковном Орехово-Зуево. Напомним, накануне там 3 полицейских избили 47-летнего отца двукратного чемпиона ММА Магомеда Юнусилау. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Конфликт начался еще на улице. Мужчина попытался спрятаться от нападавших в аптеке, но это ему не помогло. Стражи порядка продолжили наносить удары прямо на глазах у фармацевтов. Намерение свидетелей вызвать полицию их не остановило. Они заявили, что и сами работают в органах. Вот только теперь уже уволены. Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой преступников привлекут к уголовной ответственности. Под свой личный контроль ход расследования преступления взял глава Дагестана Владимир Васильев. В отличие от своих подмосковных коллег, дагестанские полицейские, напротив, спасли человеку жизнь. Старший сержант Казбековского РУВД Тимур Идрисов оказался рядом с мужчиной, который потерял сознание в мечети. И не растерялся, оказал первую помощь. Подробности в следующем сюжете. Ребята, очень меня, вы меня спасали. Спасибо. Это Сайбулат Эмиркаев искренне благодарит своего спасителя. Мужчина еле сдерживает эмоции. Эта встреча как для него, так и для сержанта полиции – один из волнительных и важных моментов жизни. Сам Тимур Идрисов считает, что ничего особенного в данном поступке нет. Скромно признается, это его гражданский и профессиональный долг – помочь тем, кто попал в беду. Длительное время не вышел с мечети. Что-то мне показалось, что может что-нибудь случилось с ним. Просто зашел посмотреть. Он, и комната на омовении, он лежит там белый, мокрый весь. Как не показал, у него приступ. Затем Тимур вынес пострадавшего в коридор, сделал непрямой массаж сердца и после оказания первой медицинской помощи вызвал скорую. По словам врачей, если бы полицейский вовремя не оказался рядом, исход мог бы быть печальным. Пульс пощупал, он увидел, что он тяжелый, быстренько вызвал скорую помощь. Хорошо, что так оперативно все отреагировали. Если бы, конечно, задержались бы с оказанием помощи, как-то не вовремя увидели бы его, чем это закончилось бы, конечно, это могло закончиться и плачевно. За оказанную помощь Тимура благодарит не только сам Сайбулат Эмиркаев, но и его близкие. Для сына мужчины весть о произошедшем стала полной неожиданностью. Но Хабибулла был приятно удивлен тому, что в этот момент рядом с отцом оказался внимательный и неравнодушный человек. Хочу поблагодарить сотрудников полиции ОМВД России по Казбековскому району за то, что вы сделали спасение моего отца. Это заслуживает особого внимания и благодарности. Ваш поступок неоценим для нас, для родных и близких. Отметим, что позже в больнице пострадавшему диагностировали кардиологическое заболевание. В настоящее время жизни пожилого мужчины ничего не угрожает. Абдулла Алиева, Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, при содействии МВД Дагестана.
И о делах созидательных. В горах Дагестана можно разводить не только овец и коров, но и рыбу. В Хунзахском районе вот уже 3 года работает форелевая ферма. В хозяйстве уже 70 тысяч мальков и 22 тысячи взрослых особей. Насколько успешно удается вести дела рыбоводам Гацатля, узнавала Карина Баталова. Ей слово. Горы, солнце и чистый воздух. Вот уже несколько лет здесь, на берегу Аварской Кайсу, находится форелевое хозяйство. Горные реки для этой, как ее еще называют, царской рыбы, лучший дом. В 17 лет этот бизнес создавался методом проб и ошибок. Несколько раз менялись локации, ведь для рыбы важно выдерживать температурный режим. В итоге бывший бухгалтер Анкалав и его напарник остановились на 2 хозяйствах. Одно близ Кизилюрта, другое здесь, в горах. Холодная родниковая вода отлично подошла форели. Для разведения малька нужна чистая родниковая вода. И вот исходя из этого мы попали сюда. И заодно и небольшой понтон поставили. Здесь мы можем производить до 20 тонн товарной форели и малек форели до 100-120 тысяч. В хозяйстве выращивают форель с икринок, которые покупают в Адлере. Чтобы превратиться из икры в этих подвижных небольших созданий, малькам понадобилось 3 месяца. Уже через год они станут взрослыми особями весом более 0,5 килограмма. Мальки выглядят очень милыми и маленькими. У меня возникает непреодолимое желание их потрогать, но этого делать нельзя, потому что температура их тела около 18 градусов, а тело человеческого 36. И мои прикосновения могут быть им очень неприятны. За счет красивой переливающейся чешуи такую форель называют радужной. Помимо нее в хозяйстве есть и иностранцы. Это калифорнийская золотая форель. В этом бассейне 1000 штук золотистой форели. Это та же форель. Форель подразделяется на 7-8 видов. Это один из гибридов обычной форели, золотистая форель. С каждым годом зима в этих краях становится мягче, что больше радует фермера. Ведь вода не покрывается льдом, и в так называемых садках не нужно делать проруби. В целом форель – хладолюбивая рыба, и в этот сезон чувствует себя отлично. Но стоит летом температуре воды стать выше 22, и смерть неминуема. Но здесь радужной форели это не грозит. В этом садке находится уже взрослая радужная форель, ей около 1,5 лет, она в товарном виде. Кормят ее 1-2 раза в день. Причем корм без каких-либо химических добавок. Здесь костная мука, кровяная, пшеничная и так далее. Сегодня российские производители обеспечивают лишь 15% объема потребляемой форели. Спрос однозначно есть. Анкалав это тоже понимает, поэтому в планах фермера лишь расширять свой бизнес. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, новости ННТ, Хунзахский район. Вчера десятки городов и районов Дагестана приняли участие в общереспубликанском субботнике, инициатором которого выступило Министерство сельского хозяйства республики. В общей сложности свою посильную лепту в благоустройство внесли несколько тысяч человек. А в Каспийске тем временем одна из строительных компаний провела свой субботник. Там было высажено более 5000 зеленых насаждений, покрашены пешеходные дорожки. А самым кульминационным моментом акции стало открытие памятника человеку, донесшему мусор до урны. С подробностями Патимат Ханапова. 3, 1. Аплодисменты ваши! Человеку, донесшему мусор до урны. Жители города уже успели назвать скульптуру по-своему, но это произведение искусства посвящается далеко не одному человеку, и даже не тем, кто действительно мусор до бака доносит, а каждому из нас, кому-то в знак благодарности, а кому-то как напоминание. Напоминание про идеалы чистоты и порядка самым неординарным способом. Креативная идея которого принадлежит сотрудникам строительной компании Арси Групп. По улицам мы видим, что наши технички, технички города, наши управляющие компании выметают мусор именно рядом, да, не в урне, они его не из урны вынимают, а рядом. И это на протяжении нескольких лет было нами замечено. В какой-то момент мы поняли, что почему бы не напомнить нашим горожанам о том, что есть урны для этого, чтобы они доносили.
Рабочее название произведения – «Примерный каспийчанин», но авторы отмечают, что оно для всех дагестанцев, без исключения. Изготовили саму скульптуру в Дербенте, а работу доверили мастеру Акифу Аббасову, который высоко ценит свою причастность. На работу ушло около месяца. И вот работалось очень легко, приятно было. Сама идея очень, как говорится, шикарная. Это как дорожный знак, понимаете? Когда вот едет человек на машине, он знает, поворот налево, поворот направо. И вот человек увидит, раз увидит, два увидит, на третий раз все равно он донесет, совесть сыграет, донесет мусор и бросит в урну. Примерного каспийчанина установили в самом людном месте, в городском парке у фонтана, чтобы каждый день как можно больше людей задумались. Стоит отметить, что открытие скульптуры прошло как завершение массового субботника, где улицы города приводили в порядок свыше 400 человек. Чистили, белили и красили. За 3 с лишним часа участники акции убрали территорию, равную 2 полям Анжи-арены, начиная с улицы Ленина и заканчивая проспектом Халилова. Я хочу, чтобы мой город был красивым, ярким, зеленым. И каждый человек, который живет в этом городе, обязан, я считаю, заняться именно вот таким делом, благородным делом, прийти на субботник и оставить свой вклад. Большая часть людей была занята посадкой. Более 5000 зеленых насаждений за день. Это цветы, кустарники и деревья. На самом деле очень приятно, что абсолютно все поддерживают. С каждым годом становится все больше и больше. И даже немножко, наверное, не хватает, как сказать, фокусировки, чтобы успеть за всеми. На самом деле людей становится все больше и больше. Организаторы отмечают, что такие субботники уже стали для них традицией, которую, следовательно, они будут продолжать, привлекая все больше и больше людей, приобщая к чистоте, к любви родному краю и природе. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Каспийск. Межрегиональная общественная организация по сохранению национальных, культурных и духовных ценностей «Дагестан» начала свою работу в республике. Деятельность благотворительного фонда прежде всего направлена на содействие одаренным молодым людям. Особый упор делается на поощрении талантливой молодежи, которой нужна поддержка для самореализации. Возглавил дагестанское отделение фонда председатель Союза писателей республики. В знак начала работы организации во дворе театра поэзии ее участники посадили символическое дерево. И вот это дерево посаженное сегодня взрастет и глубоко опускает корни в землю Дагестана, как наши души, которые тоже связаны с землей Дагестана, с его природой, с его людьми, с его народами, с его дружбой, с его братцем. Для этого сегодня собрались для благородного и хорошего дела. Наш фонд благотворительный собирается поощрять наших ребят, так как приоритетом нашей работы является образование дагестанцев, образование подрастающих поколений, современные и профессиональные, потому что без качественного образования нет, как мы все знаем, будущего молодого человека. Хлеб всему голова, а в Дагестане к хлебу насущному издревле отношение особое. В одном из старейших высокогорных аулов республики, Карада, до сих пор есть место, где по-прежнему чтят традиции предков, несмотря на все соблазны современного мира. Один из живых примеров – работающая общественная пекарня. Раз в неделю возле дровяных печей в селе собираются женщины и пекут хлеб для всей округи. Побывала на месте и наблюдала за процессом наш корреспондент Луиза Раджабова. Ей слово. Купить хлеб в магазине или приготовить дома? Нет, такой простой способ им не подходит. Хозяйки старейшего аула Карада не изменяют традициям. Хлопоты их нисколько не пугают. Взяв 20, а то и 30 ведер с тестом и охапку сухих дров, раз в неделю они раздают хлеб на все село. И сегодня, вот, например, старая женщина, это раздается так, на всю село. Вы видели, это старое село, есть еще там около школы, новое селение у нас. И там раздают, это около 250-300 хлеба нужно делать нам. Строение из местного камня устроено так, что дым быстро уходит наружу. В тесном помещении большую часть занимает сама печь. Места совсем немного, поэтому внутрь заходит по очереди.
В дни перед большими событиями бригады по три хозяйки сменяют друг друга раз в полчаса. К приготовлению хлеба относились очень серьезно. Считалось, что в плохом настроении его печь ни в коем случае нельзя, потому что тесто не поднимется и обидится. Также желательно было печь его с четверга на пятницу. Тогда запах доходил до предков, и розданный в этот день сатака считался на радость и жителям тоже. Бетсарабчет в переводе с аварского означает «хлеб на опаре». Тесто замешивают из муки двух видов – пшеничной и кукурузной. Немного соды, соли, сахара – и вот все готово. Вот эта печка сделала моя мама. Фундамент сделала. Ишакам это камни тоже таскали сюда. И эта земля тоже, ишакам тоже взяли сюда. И вот так бы первый начал вот так делала она. Все тоже, кто хочет, кто, чтобы в своем месте тоже люди делали такие. Нам много садака делали в то время. Сейчас это остались один в этом селении. Место у печи считалось женским гадыканом. Горянки обменивались новостями и выпекали хлеб на неделю вперед, точно зная, никто голодным не останется. Для женщин, работающих на поле, это было очень удобно. Выручал запас и тогда, когда в дом приходили гости. Когда это ураза байрам, курбан байрам, это не останется. Всегда работает. Каждый год ремонтирует, каждый это бывает, мавлюто делает. То время ремонтируют. Собравшись у печи, они обязательно найдут о чем поговорить и не забудут отправить кулинарное видео в город. Вот такой вот симбиоз древних традиций и современных средств связи. Луиза Раджабова, Гаджи Магометов, новости ННТ, Гунибский район, Карада. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья!